А у нас есть человек-орел. Он появляется ниоткуда, хватает тебя и уносит на край света. А у нас есть человек-козел. Он появляется из ниоткуда, берет твою машину и на штрафстоянку носит, потом хрен найдешь. Лайки. Индийский чай, харе, 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 харе. Ты что, дурак? Лайки. Беги, Вася, беги. Ран, Вася, ран, ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран, ран, Вася, ран, ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран, ран, Вася, ран, ран, Вася, ран. Лайки. Ура! Пятница! Можно делать все, что я хочу! Лайки! Ты один Тимыч-то покраснел! Это же Катя! У них дружба! А что они будут делать, считать? Лайки! Тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала. Лайки. Я в аптеке с мамой. Да, и еще и удон, пожалуйста. Мам, и гематоген. И гематоген. С ежиком, мама, с ежиком. И с ежиком. Лайки. Три ночи мне не спится, ору как птица. Хоть петь и не умел я, но зачем-то пел я про водицу. Уж Бузова мне снится, хочу убиться. Бузова повсюду, повсюду, везде. Лайки. Значит, сидишь себе спокойно в интернете, слушаешь музыку, ни о чем не думаешь, все пофиг. И вдруг... Сестренка, сестренка! Ну че тебе? А что такое Яуай? Твою мать! Ну, это... как бы объяснить попроще... Я ничего не знаю! Лайки! I will fucking destroy your bloodline, you fucking bitch! Лайки. Маленькой принцессе часто снились сны о прекрасном принце из ледяной страны. Только вот несчастью из двух он выбрал ту, чьи глаза сияли, как яркий изумруд. В сердце юной девы обида залегла, верного принцесса-министра позвала. Тихо прошептала с улыбкой на губах: королевство изумрудов вы сотрите в прах. Словно в адском пламени таяли дома, звуки исчезали, обрывались голоса. Людям, что не могут принцессе угодить, жалости ее не заслужить. А, настало время пить чай. Лайки. Джордж, ты должен надеть шапку. Зачем? Затем, чтобы не промокнуть. Зачем? Чтобы не простудиться. Да? Лайки.